Еще недавно 6-летний Дрейк не мог поднять головы. Теперь у ребенка с ДЦП улучшилась осанка и координация движений. И все благодаря ипотерапии. Раньше я клала его на кушетку, а он не двигался, почти не двигал руками. Прогресс заметен. Дрейк среди сотни пациентов, проходящих лечение в Венесуэльском центре интегральной терапии в Каракасе. 2-3 раза в неделю здесь занимаются с детьми и подростками с ограниченными возможностями. Занятие длится 45 минут. На территории в 13 тысяч квадратных метров работает 16 человек, в том числе социальные работники, психологи, логопеды, физиотерапевты. Неоценимая помощь для 26-летней матери Дрейка, которая лишилась работы. Уровень инфляции в Венесуэле среди самых высоких в мире. Малообеспеченным семьям в центре помогают бесплатно. Деньги – это самое важное. Раньше я не могла даже покупать необходимую ему сбалансированную еду. Мы хотели помочь в реабилитации, особенно детей из малообеспеченных семей, чьи родители не могут позволить себе улучшить качество их жизни. О трудностях реабилитации Патриция знает на собственном опыте. Открыла центр верховой езды 14 лет назад. Тогда ее младшему сыну Алехандро было 4 года. Мальчик тоже родился с ДЦП. Благодаря терапии сегодня это 18-летний юноша, который уверенно держится в седле. Картина, вдохновляющая нынешних учеников центра. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.